Ну и всем привет, вы на канале Кирбит, и сегодня кто со мной? Матвей и Лося. И сегодня мы с вами будем также играть на Матвей. Да, Вася? Да. Вот, а вы поставьте лайк и подпишитесь на наши каналы. А мы начинаем. Так, пацаны, получается, мы с вами должны как бы... Первая у нас будет ловушка с вами, получается, для Васи это вот это. Сейчас, Вася, я тебя перемещу, короче, вот сюда. А вот это будет первое? Ага, вот, смотри, ломаем. Так, а вы что для меня там делаете? Так, да. Да, давай, заходи. Просто первое испытание для Васильича. А мне как-то страшно, слушайте. Да всё, не бойся. Ладно, нормально, нормально. Ну и... мне страшно. Вася, не бойся. Вася, не бойся. Мы его сейчас там засыпаем. Не надо. дайте мне сделать, пожалуйста. Ой. Помогите. Ладно, мне Васю жалко. Вася. Иди, Вася. Вы что, меня превратить вообще хотите, что ли? Ну да. Не, Василич, все будет нормально. Да, вот, Василич, твоя коронная фраза. Сам ты Василич. Меня вообще-то Ваня зовут. Ну, как хочешь. Да, ребята, если вы не заметили, нас теперь трое будет. И, можно сказать, мы почти будем как бы... Ну, не всегда, и, может, и всегда. Вот, вот такая у нас команда с вами. Так, а что следующее у нас? Давайте вот та самая штука, вот эта башня. Давайте. Давай. Да запросто. Так, подожди, Василич, идите сюда к нам. Васька. Давайте уже быстрее. Конечно. Все, Васька. Все, Матвей, Васька тут. О, я король. Опа, опа, что, опа. А что? А что надо делать? А все, Вася, ты сейчас будешь... Давай я тебе помогу. Закрывай его. Сейчас, подожди. Спасите. Теперь он не сможет выбраться. Да. И поджигай. Подпишите. Если вы хотите спасти, то поставьте лайк. И подпишитесь, если вам жалко. Охранная фраза будет Вася, Вася легенда, чтобы поддержать Васю. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока. Все, Вася, прощай. За что? Вася! Ай, что со мной творится? Вы что, совсем? Бедный Вася. А где я сейчас появлюсь? Василий. Все нормально. Да, Кирбик, все вроде нормально. Да что так со мной вообще? Потрепали тебя. Потрепали Васильича. Василич бедный. Ладно, давай теперь да вот что? Сюда. А это что такое? Это был... Это называется бегать вокруг. Бегай куда хочешь. Открываем. И забегай куда хочешь. Сейчас, подождите, я забегу. Там бегай. Где хочешь, где? Куда хочешь. Куда я хочу, куда я бегу. Давай. Сейчас, подождите. Так, давай, Василич. Забирайся. Что мне надо делать? Все, бегай там вокруг. Чё, блин? А что такое? Подождите, а что произошло? Я что-то ничего. А что должно произойти? В смысле? Подождите. В смысле? А что? Где? Да ты там шарахаешься. Что? Ты что, не понимаешь? Так, ладно, что-то у Васи у нас не получился. Этот прикол открываем. Подождите, Вася. Ё-моё. Что-то прикол у Васи не получился. Что-то Вася залагал меня. Наверное, ТНТ слишком много. Ё-моё!
А что происходит? Вы чё? Ты что такое? Чё-то прикол немножко как бы не получился. Бедный Вася. Уже ночь? У меня ночь. У Васи, наверное, вечер? У меня вечер вроде. А у Кирбика день. Вот это да. Да, реально. Ай, ай. Кто меня бьет? Вы что творите? А Вася, все это нормально, нормально. Ой, ё-моё, бедный Вася. Бедный Вася, поставьте лайк за него. Так, подождите. А, вот это, Матвей, иди сюда. Что это за ловушка? Где? Надо туда идти. Блин, у меня прям сильно залагало. Открываем путь прям ему. Блин, у нас что это? У Васи залагало сильно. Давайте подождем тогда. Блин, у меня реально что-то лагает, и вы тут типа стоите. Да, у нас вроде все нормально. Блин, подписчики, вот такая вот проблема. У Васи сильно прям прилагало, потому что мы так его, наверное, прикол делали. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Вот такое видео у нас получилось. У нас вот что-то под конец залагало. И сегодня кто с нами был? Матвей. И Вася. Всем пока. Пока. Пока.